где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах. Для усталой души одно место осталось. Это дома Божьего уютный очаг. Слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать. И слышны здесь молитвы и дружное пение. Еще падая люди умеют вставать. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности читается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще Богу поднять не стыдятся лица. В этом доме поныне душой сокрушаются и еще не забыли о слове прости. Еще в память о Господе хлеб преломляется. Погибающим можно спасенье найти. Среди мира, в котором невольно вращаешься, так ценить начинаешь собрание святых. Смыслом Божьего слова сильней наслаждаешься, смыслом вечным глубоким глаголом святых. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревшем сердце. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще Богу поднять не стыдятся лица. Если наши болезни, падения и слабости так ничтожны в сравнении с недугом мирским, есть так много еще утешения и радости, и внимания чуткого душам людским. Пусть вся жизнь будет радостной благодарением. Еще Богу понять не стыдятся.